палач. Помогая Тассадару и пытаясь спасти темного храмовника, ты нарушил закон Конклава. Оставь эти бредовые идеи, и, возможно, Конклав проявит милость. Не давай им управлять тобой, палач. Прошло много времени с тех пор, как судья управлял действиями храмовников. Пришло время нам объединиться. Тассадар, как низко ты пал. Когда-то ты был нашей самой яркой надеждой, нашим возлюбленным сыном. Теперь ты потерян для нас. Ты проклял как себя, так и тех, кто за тобой пошел. Это цена спасения нашей расы, судья. Я был тут с темными храмовниками последние несколько месяцев. Пока я помогал им сражаться с зергами, я узнал много нового от прилата Зиратула. По-видимому, энергия, питающая темного храмовника, проходит сквозь высший разум и его слуг, мозгов. И через тот мозг, который вы призывали уничтожить? Ваш совет был бесполезен. Это существо реинкарнировалось на наших глазах. К несчастью, да. Ваше нападение на мост провалилось потому, что вы уничтожили его только физически. Только сила темного храмовника может причинить реальное зло зергам. Вот почему мы должны спасти Зиратула и вернуть его на Айур. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир. Поехали! Что ж, давайте развивать нашу базу, и нам дали шаттл для перевозки наших заключенных пленников, и, в общем, всех, кого только надо, и, в общем, вот так вот. Можно его замечательно крутить, просто посмотрите, как он классно крутится. Ладно, не будем играться в игрушки, будем строить нашу базу заново. А, как далеко находится газ... Так, здесь все чисто, зелочки, проверьте, пожалуйста, все, что мы видим вокруг. Мне очень важно знать, чтобы здесь все было чисто, красиво и, в общем-то, хорошо. Собственно, насколько я могу судить, особо здесь не походишь никуда. Поэтому здесь все более-менее нормально. Давайте поставим их на удержание временно. Вот у нас пришли две пробки. Строим еще пробок. Больше пробок. Нужно больше пробок. Нужно больше веселья. Пока тоже поставим их вот сюда. Дабы они, если что, атаковали тех, кто придет снизу. И нам нужно вскоре более интересное что-нибудь. А пока что у нас, правда, ничего нету. Но это ненадолго. Мы будем отстраиваться заново. Будем делать все, что такое возможно. Так, пока все хорошо. Пробочки довольно хорошо добывают. Давайте возьмем шаттл. Полетаем, поглядим, что здесь есть вообще. И впоследствии вернемся. Так, вот здесь еще подобие газа было. Но, по-моему, оно израсходовано, нет? Так, надо экспанд поставить. Вот газ, отлично. И надо здесь перекрыться, да, как-нибудь? И есть ли вообще отсюда выход? Нет, отсюда выхода нету. То есть мы на закрытой, скажем так, территории. Ну, это не то чтобы отлично, но и не очень плохо. Ладно, пока у нас хватает денег. Пока у нас хватает денег с вами, мы построим здесь экспанд. Хрен мы его здесь построим, потому что здесь полно зилдов, которые нас не пущают никуда. Ладно. И на том спасибо. Если выставим их гениальным образом, как мы это делали в прошлый раз. Почему-то это не получается, но окей. Встаньте уже на место. Сами вот так хотя бы, не знаю. Чего ты не хочешь ставить? А, нахрен с тобой. Если это... Здесь это так нормально не работает. Он будет постоянно ходить фиг знает куда. А, так. И давайте построим газилку.
Также построим здесь же пилон. Дабы защитить наши вложения. Через некоторое время построим там нечто полезное. Так, ладно, ты пока стой здесь. А здесь продолжаем клепать пробок. И нам вскоре понадобится. На самом деле, пробок, наверное, даже лучше на минералы сразу найти и отправлять. Ну, посмотрим. Посмотрим, пока что загадывать не будем. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы вот эта пробочка взяла и построила здесь а-ля кузницу. Также мне нужно, чтобы другая пробочка взяла, построила кибернетку. И третья пробочка построила, например, нам еще один пилончик чуть повыше. Замечательно, теперь здесь все заработало. Отдавай минералы и иди на производство. Строим пробочек. Не хватает минералов, ну как бы логично. Собственно, куда же без минералов, куда же без них. Давайте добывать потихонечку газ. Я думаю, даже тебя отправить тоже на газ. У нас появилась пробка. Отлично. Куда у нас делась последняя пробка? У нас все еще бешеный Зиут ходит здесь. Он не хочет успокаиваться. А, ладно. Появилась еще одна пробочка. Да вы офигевшие. Ладно. Шутку юмора я понял. От всяких передропов надо вот тут защититься. Нам не нужно, чтобы на нас дропались зерги. Там, в принципе, не нужно, чтобы на нас кто-то дропался. Улучшаем щиты. Так, поставили. Поставили. Необходимо больше минералов, как нам говорят. Так, вы почему-то здесь ничего не добываете. А ну, на добычу быстро. Отлично. Теперь они добывают, теперь все хорошо. И мы строим сейчас, на всякий случай, вот здесь вот штучку. По крайней мере, это на какой-то момент отгонит некоторых наглых собачек или еще кого-нибудь в этом духе. Ну да, вот хорошо здесь разместил. Так. Надо глянуть, где он здесь делает передропы. Слишком нагло. Он этим занимается. Так, ладно, пробочка у нас здесь. Строй нам, пожалуйста. Что нам у нас нужно? О, фабрику роботов, серьезно? Я и забыл, что она здесь есть. Так, нужна цитадель Адуна. Нужны звездные врата. Ну и да, у нас недостаточно газа. Кто бы, мать его, сомневался. А, и нам надо построить здесь, в таком случае, базу. Дабы добывать с нее газ. Ну и минералы, естественно, добывается отсюда продолжить. В принципе, все пока что довольно нормально. Надо сейчас глянуть, а где у нас наши враги. Так, улучшаем защиту воздуха, кстати. Потому что нам нужно будет некоторое время продержаться, чтобы нас не убили, не сбили и так далее. Воу! Жарковато. Жарковато. Здесь везде так или только в этом месте? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, иди нафиг! Слепень наглый. Оу, здесь муты и слепни. Плюс спорки еще, серьезно? Вот это жесть.
Вот это жесть. Надо найти какой-то безопасный уголок земли, где можно присоединиться, приземлиться, присесть просто хотя бы. Оу, здесь еще и тираны, серьезно? Оу, нет, мы лишились нашего воздушного флота. Ладно, ножки Зио там нужен. Хотя, стоп, зачем мне сейчас нужен? Это не тот воздух, который мне нужен. Так. Второй уровень. Серьезно. Давайте сначала урон прокачаем. Что нам нужно еще? Иди сюда, мой друг. И построй мне, пожалуйста, древние архивы. Думаю, вот так впилим. А ты построй мне... Серьезно. Почему вы так долго добываете виспен? Ладно, иди на добычу виспена, окей. Потому что с минералами у нас пока проблем не возникает. Вот с газом у нас проблем полным-полно. Давайте себе подстроим еще несколько рабочих, десятков рабочих, и будет все совсем хорошо. Хотя пятерочку надо подстроить, я думаю. То, что с газом у нас теперь проблем нету. Все хорошо. И нам нужно, чтобы мы подстроили... где у нас тут роботы? Отлично. Архивы храмовников готовы. Отлично. Так, и мне нужно, чтобы впоследствии бухта поддержки роботов. О, боже. И забыл, как все здесь печально в этом плане. Ладно. Этого, как говорится, никуда не деться. Будь что будет. Нам нужны с последней... По кому-то. Пока наглый овер. О! Появился первый первенец. Первый первенец. Это как-то странно прозвучало, но суть вы поняли, короче. Короче говоря, суть вы поняли. Так. Дышается строительство. Фабрики роботов. И вот наконец-то здесь есть грабители. Замечательные ребята. А нужен шаттл. Насколько я помню, шаттл все-таки перевозит. Вроде бы. Ну... Иначе как бы нам, как отсюда нам выбираться-то, если бы он не перевозил. Замечательно. Строим пилончики. В минералы кидаем. Пушечку. Отлично. Вот наш шаттл. Давайте попробуем загрузить туда наших ребят. А? Это все? Это максимум, который ты можешь перевести? Ты издеваешься, что ли? О, боже. Ладно. Давай хотя бы слей двух храмовников, что ли. Давайте, ребят, сливайтесь. Что у нас здесь делает гидра? Мне просто нифига неприятно, что здесь полно гидры. Хрен тебе, гидра, ты не вовремя здесь появилась. А вот теперь мы будем делать армию в 4 гейт. По идее, здесь это, по-моему, тоже работает. И работает довольно неплохо. Храмовников мы производим, чуть-чуть драгунов. Естественно, много-много-много зиотов. Также подстрой мне, пожалуйста, вот эту замечательную штуку номер 2. Она мне очень нужна. Каханулся воздух, нам на самом деле не так сильно нужен, он здесь не пригодится особо. Бухта поддержки. Я, правда, не помню, нужна ли она здесь конкретно. Что она дает. В данном случае шаттлом. Окей, думаю, мы это скоро выясним.
А, так, давайте еще двоих. Еще несколько драгунов. И зиуты, 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 зиуты. Хочу больше зиутов. Отлично, у нас куча ребят добывает минералы. Лучше всего добывает все. И ты тоже будешь строить мне замечательных друзей. Давайте, слейтесь, братья мои. Боже, вы не можете обойти зелка, серьезно? Боже, как вы тупы. Храмовники, которые должны быть гениальными существами, не могут обойти одного зелка. Знаете, когда я такое вижу, это странно. Ладно. А, он перевозит всего два шарика. Это не очень круто, на самом деле. Я бы даже в каком-то смысле сказал, что это совсем не круто. Но окей. Так, ну шаттлы все-таки воздушные, по идее, да? По идее. Так, дальность драгуна, почему бы нет. А, что у нас здесь есть? Улучшает повреждение с корабеем. Емкость грабителя. О! Скорость шаттла. Взял, высадил, да и все. Ну, в принципе. А, нам нужен шаттл-смертник. Шаттл-смертник, мои дорогие друзья. Всего 4 зелка? Серьезно? Давайте попробуем высадиться сначала к людям. Ну, это лучше, чем ничего. 2 из 4. Командор Протасов, это генерал Эдмундю, казармада Доминиона Землян. Вы нарушили наше воздушное пространство и подвергли опасности человеческие жизни. Я приказываю немедленно отступить, или я открою огонь по вашим войскам. Генерал Дюк, я Тассадар, и вы мне хорошо известны. Наверное, снисходительность, которую я проявлял к вашим людям, была излишней. Если вы помешаете нам держать курс, мы сожгем дотла вашу флотилию. Я предполагаю, что это был враждебный ответ. О май факин гад. Прощайте, зелки. Мне вас было жаль. Мне вас было жаль. Так. Ну, Дюк поплатился за свою наглость. При этом даже не тронув зелков, но окей. Еще плюс 2 шарика. Как я сказал, нам был нужен смертник. Здесь вроде все нормально. Здесь тоже. Я думаю произвести еще пару шаттлов. А также сделать парочку десятков пилонов. Все-таки поставить побольше. Почему ты висишь надо мной, гад? Ладно. Эй, не смей трогать неродившихся братьев. Глупая дурында. Вообще офигевшая. Ладно.
Загружаем еще двоих братьев. И выгружаем их сюда, собственно. Также нам нужно еще несколько ребят. А если разрушаем все здесь? Парочка архонтов с этим вполне справится. А, загрузи, пожалуйста, их в себя. Их тоже в себя загрузи. Раз тебе там места вроде хватит. Но загрузи ты всех уже, ё-моё. Ладно, давайте по одному, хорошо. Все, больше мест нету. Окей, я забыл, что я там всего на 3 штуки. Так, а собственно зачем нам здесь что-то в виде пробок? Давайте их выгрузим. Так, и давайте вот сюда лететь. Выжили? Выжили, отлично. Братья архонты, давайте. Тираны, вы сами виноваты. Я вас не трогал. Давайте еще два брата архонта. Два брата акробата. Высаживаем. Это больно. Давайте разрушим воздух. Я думаю, что здесь будет что-то, какое-то сопротивление. Нет, да? Да, нет. Здесь просто бараки вообще. Окей. Ну, к зергам однозначно лететь опасней. А, так, давайте подстроим еще 4 штуки. Построим кучу драгунов и зелотов, простите, пожалуйста. Нет. Нет. Только не этот ужас. А, ладно. Что у нас здесь? Можно построить еще одну. Еще одну базу. И, кстати, на самом деле, давайте сделаем вот так. Че я буду париться? Че париться, как говорится, правильно? Можно же построить все здесь. А пока что... Пока у нас здесь дохрена народу. Где-то у нас были еще воздушные юниты. Отлично. Больше нету здесь, да? А вот как раз пришел братец к брату. Сейчас загрузим еще один шарик. Загружай шарик. Загрузи шарик. Шарик загрузи. Ладно. Сколько, интересно, драгунов влезает в эту гадость? Потому что я не помню лично, сколько драгунов влезает. 2 драгуна. Это будет долго. Это будет долго. Ладно. Шарик и драгун. Плюс 4 зелка. Но в принципе нет, на самом деле это как бы нормально, потому что... Получается, смотрите, драгуны же, как и прочие юниты протосов, они все намного сильнее. Поэтому тут как бы, в принципе, логика тоже прослеживается. Все юниты протосов, они намного сильнее. Дабы нам теперь не перебрасывать, я думаю, мы отменим всех тех юнитов, которые мы только что создали. Мы их уже создали, фак. Фак, еее. Так, где у нас флот? Давайте, я надеюсь, вы хотя бы пробок побольше перевозите, а то это будет совсем печально. Хотя бы так. Хотя бы так. Отлично, благодаря... Всему этому мы можем спокойно наступать. Очень имбовые архонты, очень имбовые.
принципе, как и во второй части. У них довольно мало хп, но они довольно сильно танкуют, и у них очень много всего по урону конкретно. Так, ладно, что мы здесь можем сделать? Мы можем здесь улучшить, наконец, защиты Архонтом. Защиты Тосом. А, скрабей. Улучшенное повреждение скрабеев. Но я даже не знаю, есть ли смысл в скрабеях, на самом деле. Я могу помочь. Торикула. В принципе, я перевел бы его вот сюда, потому что здесь больше защиты. А, давайте сольем еще один шарик. Почему тебя не отправить сюда? Не важно, что ты там добывать не можешь, но пофиг. Всем без разницы. А, давайте, добывайте минералы мне тут, пожалуйста. А сколько у нас здесь шариков? Много шариков, да? Выделите все, пожалуйста. Спасибо. Так, здесь есть еще ребята, которые могут слиться. Отлично. Еще два чувачка. Сейчас как раз вот мы их сольем. И я думаю, будем выдвигаться уже потихонечку. Я думаю, что пора будет уже. А, так, здесь конкретно нужно запилить одного архонта. И запилить сколько-то зелков. Отлично. Зелки запилены, архонты запилит. Все запили, короче, все хорошо. Чем больше шариков, тем лучше. 4 зелка привозятся за раз. Это печально. Печально? Нет, не сильно, но печально. Ладно. Либо два драгуна. Потом зелков перевести. Все-таки. Так, почему наши войска были атакованы? Это во-первых, а во-вторых, вообще какого фига кто-то атаковал. Ладно. И последний переброс зелотов. О, еще даже один, да? Вот сразу два, ё-моё. Я даже не заметил. Я думаю, этого количества шариков должно хватить. Замечательно. Теперь, в принципе, мы можем продолжать подстройку прямо уже отсюда. Так, давайте это на единичку. Зелки на двоечку. И пошли. Почему-то мне кажется, что это конец базы, и здесь дальше вниз прохода нет. Fuck yeah! Здесь действительно нет вниз прохода. Убили тиранов, убили и протосов. Ой, протосов. Зергов убьем. Я тут, главное, перебрасывал, что-то делал. Давайте, ребятки, запрыгивайте. Фигли, придется сейчас изучать, где у нас тут к зергам лучше пройти. Хотя бы так. Оу, проблема. Стражи, это проблема. Вот что-что, а стражи, это действительно проблема. А, так, чтобы мне такого выбросить, чтобы помешать стражам. Я думаю, что нужно выбрасывать все-таки шариков сразу. Это будет давать мне больше возможностей. Так, здесь два шарика. Здесь два шарика. Отлично, тут без вариантов. Давайте быстро, ребят, выбрасываемся и отлетаем назад. И перебрасываем сюда следующих шариков. Улетай, ля-ля-ля-ля-ля. Отлично, зато воздух теперь здесь более-менее безопасен. Что здесь происходит? Боже ты мой, откуда столько муты? Ну как бы как, это не так уж и много муты, но боже, откуда столько муты?
Я предположу, что мне нужна здесь защита более хорошего качества, поэтому нужно построить парочку хороших строений. И давайте вы мне не будете мешать, пока отвлекать меня. Я тут занимаюсь важными делами, дорогими. Мне нужно перебросить сюда всех протосов. Всех, которых, всех, которые у меня есть. Желательно подстроив еще, не знаю, что-нибудь полезное. А, что у нас здесь есть? Улучшение, улучшение, улучшение. Здесь ничего нет. Так. Как оказалось, как вы видите, здесь это не так сильно нужно, но окей. Перебросились, молодцы. Давайте опять назад. В принципе, как раз получается войдут два. Вот так вот выделим. Войдут два архонта и драгун архонт. Так. О, вот это плохо. Так, надо как-то их прикрывать на самом деле. Да ты прифигевшая, Квина. И же они медленные, когда они так переходят. Ладно, нам нужно больше ребят архонтов. Желательно вот этом краю. Желательно всеми вот этими ребятами захватить всех вот этих ребят. Oh fucking god. Oh my fucking god. Шикарно. Звелки. Замечательно. Так, нужно Тасадара сюда, собственно, привести. Вон отсюда мелочь пузатая. Так, надо быстрее уничтожить это здание, пока оно не произвело юнитов. Так. Давайте-ка вы у меня вот сюда пройдете. А, берем с собой три шаттла. На самом деле их у нас уже побольше, по идее, должно быть. Вообще-то вроде больше делали. Прикол. Окей, криво лучше не летать. Я осознал. Понял. Окей, хорошо. А, ну что ж, Садар, давай в самый крупный корабль. Ну, по ХП крупный, естественно. Сливаем еще три шарика. Садар у нас здесь сидит. Вот с этими тремя шариками мы уже зайдем. Эх.
Все хорошо, да? Полетели, ребятки. Полетели, ребятки. Сюда высаживаемся, наверное. Надеемся на то, что все будет хорошо. Я так и не высадил еще два шарика. Так. Открывай врата, друг мой. Вот как ты можешь мне помочь. Дайте немножко, дайте пройти мудрому Тассадару. Да дайте вы ему пройти. Да, палач, я одумал. Я что-то не знаю? Задача миссии? Оставить Тассадара и двух приверженцев ко входу к укрытию? А. Проблема, да. Победа, дорогие мои друзья! С вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!